такая вот фигня, кирпидон. Вот шоркнул я его победитовыми наплавками, он даже не шелохнулся. Приветствую, друзья мои, гости канала. Сейчас мы находимся у того страшного дома. Мне нужно здесь скосить траву. А, да, интересный момент. Я хочу в эту мотокосу попробовать установить вот такой пильный диск. Опасно, опасно, но проверить надо. Ну, интересно. Посадочные места этого пильного диска чуть больше, чем штатного. Вот этого. Вот, где-то на 2 миллиметра. Очень ненадежно установил штатив. Он крепится у меня на заборчике. Если пролетит какая-то муха, то мой телефон рухнет. Ладно, надеюсь, вам хорошо видно. Этот аппарат у меня Эхо называется. Для начала снимаем старую бобину. Для этого берем вот такой стержень и вставляем его в отверстие. Вот сюда. Здесь есть отверстие. И ищем паз. Нашли его, зафиксировали. И откручиваем. Вот так, это все открутили. Дальше смотрим, подойдет ли этот пильный диск. Вуаля, вуаляшечки. Вставляем вот этот переходник и закручиваем гайкой. Гайка у нас в противоположную сторону, то есть против часовой стрелки. Своим ключом затягиваем, также вставляем стержень, фиксируя вал. Все, есть, зафиксировали, и все достаточно жестко получилось. Экшен? Экшен. Кто хотел экшена? А, здесь будет вопросничек. Пишите. Хотел, не хотел, нафиг надо и прочее. А мы идем дальше. Так как у нас вот этот щиток, он большой, как и в случае установки штатного диска, мы устанавливаем короткий щиток. Для этого вот таким ключом, где-то 5 на 5, шестигранничек, ну, обычный икеевский подойдет. Вставляем сюда, в этот болтик, который фиксирует. И вот таким образом выбиваем щиток. А, здесь указано, кстати, куда вращается, в какую сторону вращается вал. Так, так вставляем. И фиксируем болтиком этот щиток. Готово. Так, смотрим, попали ли мы в направлении. Да, да, это туда. Поехали. Thank you.
забывайте о средствах защиты. Это щиток от травы. Ну и перчатки. Камера снимает. Устройство готово. В ожидании. Поехали. Просто замечательно, скажу я вам. Вот попался еще кирпидон, вот шоркнул я его победитовыми наплавками, он даже не шелохнулся. Ребята, мне понравилось, пока все зашибись. Вот такой лес еще остался. Все срезы, ребят, прямо как по маслу. Вот такая трава срезает просто шик модерн, гладь, причем режет даже вот такую высокую траву, которая по колено, или даже здесь она будет резать, это вообще без проблем на такой высоте. Вот она выше моего роста. Вот такой срез, друзья. Вот так, ребятушки, как по маслу. Ну вот, друзья, такое ноу-хау. Так что принимайте на вооружение, но будьте предельно аккуратны и осторожны. Всех благ вам, здоровья, успехов в труде, в учебе, в отдыхе. Пока.